Игра не только про стрельбу. Что ты несешь, ебло? Я играю в моменте стрельбы, блядь. Ты не видишь стрим или ты слепой? Лосы 8%, блядь. Я маму ебал этих разработчиков, нахуй. Я маму ебал тех, кто ставил сервера ебучие, блядь. Просто ебучая платформа для ебов ебаных. Устроили какие-то бесплатные серваки, взяли, блядь, играют, сидят, блядь. Мы что тут, блядь, играем, сука? Разрабы контры, дубы. Разрабы фейста, дубы, блядь. Где нормальные люди в разработках? Где разработчики нормальные? Где нормальные люди? Почему ебаты занимаются игрой? Где нормальные люди? Нормальные люди, вы где, блядь? Их не берут на работу, мне кажется. Да-да-да, ливни, блядь. Техническую паузу поставим, подождем тебя еще, потом 4 паузы, мы никуда не спешим, ебанат конченый, блядь. А чё я ливнул? У меня аж все норм стало. Почему-то только у тебя лосы, ни одного меня лосы, блядь. Мне. Я у Симпла лосы видел, у других прошников лосы видел. Ну ладно, у прошников, которые прям сейчас ебут, лосов нету. А вот прошники, которые прям сейчас сосут, у них лосы есть. Так это скрытый пул. Подождите. Это все сделано, чтобы все видели, как новички ебут в контре и думали, что зайдут в игру и тоже будут ебать. Я все понял. Как будто фейкует. Ладно, еще один. Он один. Еще два. У меня смог найти, лежит. Мужик, ты можешь быстрее запрыгни! Встал и стоит на мне, блядь. Не, если 4 скаута, нахуй форс продавайте. Ну вы сейчас под ногами просто мне мешаться будете на миду, блядь. О боже, нахуй. Боже, ебать. Нахуй вы покупаете все скауты, блядь. Я вы берете 4 скаута, блядь. Зачем? Я покупаю скаут, они берут еще 3 и все в мид бегут, блядь. Развеиваю. Не развеял. У меня правая кнопка не зарегалась, чтобы вы понимали. Просто не пришла. Я нажимаю вторую кнопку, она просто не нажимается. И какие там сильные игроки? Какие вы сильные, ребят? Какие вы все сильные в CS 2 стали? Какие вы просто молодцы? Просто лево-право, бам-бам, все, нет никого, нахуй. Просто все из вас... 2509, нахуй, у него. Классика, блядь, ебаная. Вот так же меня убили, убивают, блядь. Ну вот это пи***ц, он просто вот так вот. Ну чё, идём? Б. Нет. Убил Б, он один был. Да, вот сейчас мне хаешку прям на урод, я бы вообще охуел конкретно. Ох, 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 а что с командой? Блядь, опорник Б нашел вам опен, вы все равно всосали ху... Как играть? Как жить? Я уже сзади, можете с одной моля. Есть там. Могу бы становиться. Еще. Он уходил. Он ушел, в СБ вышел. Что ты желтый прикаешься, он пожил бы просто танок. Ой, блядь. Занимаем лонг, флешки накинешь? Давай. Киньте ему флешки. Зайди, нет, я накинь. Еще передай ему флеш. Чё, блядь, у него одна флешка, ты ему свою флеш скинуть не можешь? Вы, сука, тут, нахуй, нет. Вышел лонг. Найду опен у вас в игре. Визов это работает. Я моликом пром... Ага, что? Стильная 2-2 график. Я не знаю... Я, блядь, как же по-уродски флешки летят еще, блядь. Я не попадаю моликом почему-то, блядь. Да я не могу играть, нахуй, в это говно, блядь. Почему у меня мужик спамит флешками, ничего не говоря? Просто бам-бам и все, блядь, улетел, нахуй, назад. Почему нельзя заколить флешки? Почему он просто их откидывает и все, блядь, вообще на пухой. Просто спамит ими. Как я человека не убиваю, блядь, ну меня это за***ло уже, нахуй. Что ж не так-то, блядь? 94 с 3, да иди ты нахуй! Троллевой молит, тут немного. Ты можешь колить флешки на экстрас, ладно? Оху, не надо. Ты на мид? Я пошел нишку пушить. Да. Занимаем лонг? Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в стиле стартуют от 8000, тогда тебе на Ava Market.
скидки на стены до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Alan Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые стены дешевле и удобнее, чем Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных стен. Alan Market — покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до 5 долларов в первой сделке. Сейчас меня въебет. Без ноги мид бегут. Шорт. Xbox. За Xbox стоишь. Еще шорт. Старый бог. Че ты на меня смотришь, скотина? Что ему от меня надо? Ебаный червяк, блядь. Сейчас сойду с ума. Я игру так вообще казуалить. Я не понимаю, как играть снайпером, когда люди бегают и стреляют. Как это делать вообще? Найду опен у вас в игре без опыта работы. ЗП сдельная 2.2 графика. Что? Вот такая граната. Я ни с чего попасть не могу, ни с чего. Человек дает ловер молик, не играет, блядь, вообще в верхней тэшке. Ну вот поэтому шорт и... они на шорт пойдут. А как мне играть в этой ситуации, я не понимаю, вот с правой стороны. Я же никак, я же умру в любом случае, это просто невозможно играть. Меня челы убьют с шорта, с иксбокса, блядь, справа снизу. Как играть, я не понимаю. Как я раньше играл, блядь. Это же невозможный угол просто. Особенно, когда у тебя 50 хп. Как играть? Как играть? Вот, насколько я уротовался на этой пизде. Я не знаю, я после такого выстрела... Я не знаю, последние два дня с ЦВП не попадаю. Вот расскажите мне, добрые люди, как я должен вот это префт? Каким, блять, образом? Каким образом мне это префать? Что это за смог? Ну, против кого я играю? Я беру гранату в руки, потому что слышу смог, чтобы откинуть молик, заделеить. Он промазывает смоком КТ от руки. Это космический, астрономический, ультраплатонки. Это невозможно промазать. Ну, все, тише. Все будет. Иди нахуй отсюда, блядь. На тебе. Я тебе говорю, что я хуево играю. Причем тут моя команда, блядь? Ну да, команда ебатов, не лучшая. Но чё толку, если все равно я ху... КТ ебасает. Как? Как он меня так жестко ставит пулю? Как у меня Нести ставит голову за стеной вообще? Что с этой игрой происходит? Что происходит? Что происходит? Как? Это вообще... Я смотрю разные игры. Я смотрю за командой, смотрю за собой, я просто в ахуе. Один КТ с зигмом стоит. Лавр убил. Сайт, КТ. Парни помощные, срочные. Я молю, все просто. Дайте уебан. Он здесь КТ. За иксом. Фортнайбе прыгнул. Ладно, он здесь слева, я знаю. Он стоит вот в таком углу? Дилечись, нахуй! Ты как стоишь, б***ь? Я лонг пикаю. Киньте флеш на 1.50. Блять, это что за молик? Это что за хуй? Что за хуй? Все, уберите снайперскую винтовку у меня из рук. Все. Да офнись, музыка, я тебя офнул, блять, еще минут назад. Блять, что происходит? Алло? Алло, блять, что происходит? Реально у меня контру не захватывает. Реально у меня три раза альта боится игра. То есть, он все это время стоит слева. Вот этот чел, блять. Ну что ты донатишь мне, хуй?
У меня концентрат. У меня голова заболела из-за того, что ты задонатил. Бомбу забери, желтый. Желтый, вернись, просто забери бомбу. Где 22? Что? Они не... Завалите ее! Все, охните микрофоны. За что? Ты вообще в нас не верил, говорю, что он умрел в лонгу, в итоге... Ну вот, я калаш подобрал, все норм. Как стабильно, открываю ластап, я ластап. Как стабильно, блядь. Смог старт даю. Как вы предлагаете мидтубе вообще играть? Не, парни, что это реально странно. Флэш даю. Ну вот и наигрались, блядь, вот и все. Там еще один там хороший. Ебашек сильный. Смок, стой, занимайте сайт. Я прибегу только на... Как? Успел. Нет. Шорт вышел, а убили. КТ вас? Нет. И он прыгал просто. Я убил его. Моё ухо. Ну это все, по-моему. Обычно такой один момент за игру происходит. Чисто отголосок нормальной игры. Блять, заебали уже от этого ОП умирать. После смока можем первый смок выкатить и сыграть. Да. Сделаешь? Какой, вот отсюда дать? Да, давай. Я энтри флэш даю. Средний сайт. Уфу. Лон кавик стоит. Он лон. Ну как? Ну почему ему регает в полете, а мне не регает в переводе? В него прям. Ну сука. Пал. Я дам. Только до смока не выходите. Энтри флэш. Под шорт ставлю. Смог дал. Я ты упал. Вышел. Флэш дал у него. Два вышли. Пожи. У них денег я очень мало. Я с АВП лонг пикну. Калаш нужен? Кидите мне 1.50 флеш просто. Не кидайте мне бомбу, блядь, я первый пикаю. Не видел лонг. Го лонг пойдем. Право осторожно. Вряд ли прошел, но может быть. Мид пушит, убей их. Смок КТ дайте. Хорош. Бомбу заберите, блядь. Кому вы ее оставляете? КТ не видел, мэйби лонг может быть. Лонг убил, 2 зиг были, по идее. КТ. Что, блядь, он там делает? Ласка ТЭ, ну что ты делаешь? У тебя единственное 100 хп, что ты творишь? Ну, ты живи. Не умирай. Что там происходит? Что за шизоиды против нас? Это как будто 2к бай был, у них сейчас бай будет точно. Б пробежал. Снизу, с диглом в миду. Ловер может быть, но не видел. Бай говна. Мне кажется, мы можем зиг вместе выйти и... Мид. Как я его... Флэш мид дал. Он КТ вроде ушел, я релот. Ты ж смотрел. Да я бы сразу шел, просто ты там стоял, думал, типа, тебя прикрыть. В итоге я решил сам действовать. Где его? Убил Б. Бежит грибы. Двери быстрее. Кар убил. Я в миду ВП зашли? Мы зашли. Двери, пожалуйста, двери близко. Я сыграю. Хорош. Флэш, двери ласт? Есть флэш? Да, окно, да, да. Окно. Флэш дал. Меня смотрят, я не пик. Да я живу, он для меня выпил. Хорош. Блин, мы бы выиграли.
Вы на рефлекс лангафт ждать. Вы ловере, осторожно, должен быть ловер. Да, есть. Вы просто мусор. Вы просто мусор, блять, чем вы там занимаетесь, что в меду все рассыпаетесь, ебаные кегли, муравьи, Чё ж не так-то, да спамьте флешками, давайте все вместе сыграем там. Никакого там чела под Б не надо, все вместе. Я потушу и буду с АВП стоять на углу. Сайте, чел. Ждем гранаты просто. Вся эта хуйня пройдет, легче будет играть. Да не стреляй ты, блядь, успокойся. Гендальф убили. За ген. Шорт еще. Гендальф убили? КТ. Время, 10 секунд. Лонг может. Шоп. Хорош. Оранжевый, а что ты КТ смотрит? Все, похуй, давайте два раунда за КТ выиграем и все нормально будет. Кто там флешки будет накидывать, кольте флешки, пожалуйста. Одна ХЕ в КТ есть еще лежит. Вторую кидаю. Давай. Кинул. Дашь слов, я можешь идти. Я кину, ушел. Я на зайчике сижу, КТ может идти аккуратно с меда. Не видел. Развеиваю смог. Еще развеиваю. Я два раза не развеял? Вау! Какой охуенный. Еще он мне дал просто одну въебучку с АВП, блять. Проходит с меда окно. Один авик у них. Киты есть у зеленого. Мид вообще не смотрим. Он один здесь. Ебать ты вафля. Окей. Я пойду с АВП лонг пикаю. Просто одна флешка мне нужна, больше ничего. Я заберу мид с дверей просто сюда. Нишка один. Какой ты идиот. Может блядь. Быть, Зиг пройдет. Не пикай. Не пикай. Флеш над тобой дал. Двое там должны быть. КТ авик прыгнул. КТ спрыгнул вас с авиком, зумит. Найс. Как испугался. Отсрочно. Нету вторжки. Вышел. Бил. Ну что это за смог такой обновленный, блядь? Другого не было. Ну вы суки ебаные, нахуй. Просто нафидели, блядь. Вот что ты там стоишь, просто съебись оттуда, просто съебись. Какую флешку ты просишь, у нас ее нету, блядь. Блядь, какие вы уроды, нахуй. Да что ж такое респаун мне дают каждый раунд, блядь. Жорик, второй нахуй руинит. У них там семья целая, поколение Жориков. Я смотрю окно, под окном чел. Да играйте просто два боя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они ловер играют, мид играют, как они там играют? Расскажите. Уходят один иногда. Я кину смок и пикну ловер. Это лонг. Мне три раза дают респу под лонг. Это не лонг. Не видел мид, не видел ловер. Смотрите, какой у меня Б-опорник позицию занимает. Хорош. Есть же хаешка, развеять смог это вообще им пи***т, просто пи***аем. Куда он ее тратит? Осторожно, Б. Еще мид слышал. Это пизда. Ну вот просто, ну это правое плечо, КС-2. КС-2, ебучее КС-2, его невозможно убить. Правым плечом вот таким пиком. Просто невозможно, блядь. Невозможно, нахуй. Этот чел просто худший на сервере, но он так убивает, потому что это КС-2, блядь. Тут не... Блядь, это просто ужас, нахуй. Там еблоид стоит, зажимает просто, блядь, в ебучий смог зачем-то за дверью. Не думал, он уходит уже. Флэш шор даю. Флэш, дай флэш еще.
Два шорт. Ну, издалека был чел. Хорош, лонг убили, надо шорт спитовать. Вместе, вместе! Хорош. Красава желтый. Кто нет? Хорош. Зика это вообще фришка, по идее. Походу, да. Меня чел в прыжке. Да! Расскажи, расскажи, расскажи! Прыгскок убил, блять! Расскажи, нахуй! Расскажи, блять, урод ебаный! Б убили, иди на Б. Выживи раньше. Какой нахуй ты спаун? Меня чел в прыжке ебнул. После прыжка одна пуля инста в бошку, блять. Ну да, расскажи, нахуй, ебаный лесный, блять. Шорт убили. На Б чел гранаты скинул еще. Два на Б, два на Б, два на Б. Хорош. Надо идти. Вместе, вместе на оранжевый СБ. Да, я сейчас даю смок икс и иду с вами. Давайте лонг, давайте лонг. Ты забрался смоком икс и другие полезные, знаешь? Мне нужно каждый раз разные смоки на икс давать или что, умники? Мне нужно тебя удивить? Мне вообще допи***, что ты думаешь, что это не бесполезный смок. Смок икс никто не дает из моей команды, а это самый важный смок. Видишь? Даже просят меня. Умник из чата обычный нахуй образовался. Хорош. Энтри флеш даю. Две флешки даю. Не, парня, зачем? Можете бомбу забрать. Да, блядь, да не прыгай ты, КТ, нахуй, без меня, блядь. Ну давай вместе сыграем. Помогите мне, нахуй. А век мид пикает. Нужен смок двери. Оранжевый даш. Флэш одну дал, вторую. А, мне в руки смог дали. Окно, а вы не двери не дали. Чё окно? Не оставь. На машине. Я говорю, оранжевый дашь смок, он мне смок в руки кидает. Это нормально? Хорош. Чудом выиграл раунд. Красава. Бля, бля, конечно. Дайте смок икс, пожалуйста, и флешку мне двери. Это команда, это... Дайте смок икс кто-нибудь, я далеко. Я дам. Шорт, блять, вы куда? Я вас просто ненавижу. У меня там 1500 тиммейтов стояло, меня сбрило нахуй, потому что я им КТ прикрываю, блять. Они просто на похуй сбежали, ничего, блять. Какая это пытка играть ебучий фейсит? Это просто супер мега гипер ультра пытка, блять. Не пикать, Жорик, не пикать, не пикать, желтая хуйня. Нет, 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 нет. Урод ебаный, повезло. Дверь, нет, дверь. Найс. Уроды ебаный. Чел, первое сообщение в чате. В КТ смог, зачем прикрываешь? Чё ты представляешь? Дай боже мне сил. Я могу в сайт встать, вас бустан. Давай ты просто флешки накинешь, продай хе, купи флеш, мы займем вдвоем лом. Давай. Как это работает? Что с... Одно да, хп шорт. Проходит. Что с этой игрой ебаный? Что с этой ебаной игрой? Ну почему он живучий такой, блядь, урод ебаный? Били? Найс, молодцы. Лежат, как у меня так... Блядь, ну что, почему я не могу чела убить? Я же ему в бошку стрельнул и... Как не регает, нахуй? Ну как, блядь? Просто в бошку одна и не регает дальше, блядь. Ебаная игра, блядь, для тупых идиотов. Есть у кого-то четверка? Мастер травли. Сейчас я затравлю их нахуй на Б-планте. Ой, блядь. Только попробуйте побежать сквозь смок. Ой, сука, вам пи***а. Ой, вам пи***а. Только попробуйте, блядь. Слева.
Старый бул! Погнали, ладно, ГГ, парни. Спасибо за игру. Можно лайк после игры позже? Нет. Блять, на нахуй. Чекубай повести. Вы чё, ебите раунд. Как? Вот у меня чел тут. Лайк, парни, лайк. Вот тут, вот тут, вот тут. Чел в КТ. Меня продали даже на последнем раунде, блядь. Это вообще, сука, прикол. О, боже мой, блядь, какая уебка. Сильнейший под... Ух, еб... Что это такое, на... Спасибо за 10 тысяч. Блять, я всего себя на этой ебаной игре отдал. Всего себя, блять. Если бы я это попал, я бы это не пережил. Какой я бомж все-таки этот. Но больше всех МВП. Я 30 не на... Даже. За 40 раундов, за 40...